В Мурманске работает еще одна необычная выставка, на которую не нужно входных билетов. Только одеться стоит потеплее. Как это сделала наш корреспондент Екатерина Дементьева. Чтобы познакомиться с народами мира, не обязательно отправляться в кругосветное путешествие. Достаточно посетить фотовыставку на центральной площади Мурманска. Красота и индивидуальность, харизма и характер – все это есть в работах знаменитого российского фотографа Александра Химушина. Автор объездил весь земной шар, чтобы собрать портреты малочисленных коренных народов и воплотить в жизнь проект «Мир в лицах». Работы Александра известны всему миру. Их выставляли в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, показывали на экспозициях в Париже, Женеве и публиковали в крупнейших мировых СМИ. Сегодня фотопортреты радуют мурманчан. На них изображены народы Монголии, Китая, Индии, Таджикистана, России и других стран. Здесь можно заметить и наших лавозерских саамов. Село Лавозеро, помню, я уже начала где-то с 5-4 лет, помню. Были мы у саамов, носили, они нам даже иногда дарили тапочки из оленей шкуры, как они назывались, я забыла уже. Вот, и когда я увидела эту выставку, я восхищаюсь, что все-таки дошли и до Лавозера. Это история, а каждый человек должен знать историю. Это особенно в наше поколение, на которое у нас сидит только в телефонах, в компьютерах и ничего не знает. Несмотря на то, что такой уличный арт в новинку для северян, местным жителям нравится высвобожденное из музейных оков искусство. А где же еще? Это самое место наше мурманчан любимое, где проходят все мероприятия. Замечательно. А где еще? Люди идут и обязательно попутно заходят. Так что очень здорово все. Я рада за Мурманск. Я, в общем-то, он на глазах просто краше и краше. Полюбоваться выставкой «Мир в лицах» можно в любое время дня и ночи до конца октября.